partly because of the platforms we're choosing, partly because, as it turns out, freemium appears to be a better model for monetizing games. As Carsten van Husen said earlier, it allows you to get the maximum amount of money that you can out of each person. I mean, obviously, if you're selling your game for $9.99 or $6.99 or whatever, you know, some people would be willing to pay more, some people aren't willing to pay that much. In a freemium game model, you get an opportunity to let people contribute as much money to your game as they want to. We're going to shift gears a little bit for this next presentation. When I was I went to KRI this year in Moscow for the first time in a couple of years. And for the first time ever, actually went to the award ceremony because I was asked to present one of the awards. And the whole award ceremony went something like this. Blah, 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 and the award goes to Gaijin. And blah, 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 and the award goes to Gaijin. And then blah, 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 and the award goes to Wargaming.net, and blah, 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 and the award goes to Gaijin. So these guys, Anton Yudintsev, right? Is one of the founders of Gaijin Entertainment. And these guys are ripping it up. A really great example of a Russian game developer who has had some tremendous success here and elsewhere. And so I invited Anton to come and talk to us about what his secret is for making a successful game development company here in Eastern Europe. And with that, I'm going to turn it over to you and let us know your secrets. You want that one? Thank you, David. Спасибо, David. Спасибо за предоставленную возможность пиарить себя. Это очень специфический вид докладов, в которых человек рассказывает про свой успех. Он пиарный. Ну, значит, сразу предупрежу, что рецепты успеха я, конечно, не дам. Вернее, они очень простые все, и они звучат примерно как делайте бойцовский клуб в 2002 году, делайте мафию в 2005 и так далее, и время для всех этих рецептов уже ушло. Поэтому вот практического такого рецепта, вот что делать, чтобы получить какой-то успех, я, разумеется, дать не смогу. Вот. Ну еще раз спасибо, Дэвид, за предоставленную возможность. Это не в сговоре, он забыл, что мы знакомы даже, когда меня приглашал. Зовут меня Антон Юринцев, я директор и основатель компании Gaijin Entertainment. Я не единственный основатель, кроме меня было еще два человека, это мой брат и Алексей Волынсков, наш технический директор. Но значит, доклад может читать только один, поэтому это буду я. Значит, компания Gaijin Entertainment основана в 2002 году, и тут всякий маркетинг булшит, в смысле о том, что мы хорошие, молодцы и уделяем большое внимание технологическому аспекту разработки и получили массу КРИ-вардов. В настоящий момент компания Guidance Sound самый крупный независимый разработчик, независимый, это значит не издатель, в смысле, а разработчик игр в России, наверное. Вот. Значит, я лично в составе компании Guidance Entertainment, я лично работал до Гайдина, работал в другой компании по найму, а потом свое основал. Но это было в 98-м до 2000-го. В 2002 году мы основали компанию. Компания и, соответственно, я в ее составе поучаствовала в создании больше 50, я, честно говоря, со счета сбился, но их точно больше 50 выпущенных проектов. Из них 8 было казуальных игр, так как это Casual Connect, я считаю, что об этом нужно упомянуть. И 10 игр для консолей вот уже текущего поколения. И еще получили множество наград прессы и 14 КРИ-вардов, в том числе поставили вот на КРИ 2011 рекорд по получению наград у одной компании. К сожалению, хоть и все равно приятно, что мы поставили этот рекорд, некоторые награды нам были получены за неявкой основных конкурентов. То есть, ну, например, на лучшую портативную игру, если бы ZeptoLab выставился, мы бы, конечно, не выиграли, но они решили не приходить. Но все равно неплохо. Значит, немножко о выпущенных проектах. Вот мы выпустили вот эту игру, она заняла первое место в топе продаж в Японии. Вот эту игру, она первая по рейтингам среди всех флайт-симов, и миллионы игроков играли. Вот эту игру, она, значит, с Activision выпущена, и тоже, значит, high-rated игра в 2010 году. Вот эту игру, она первое место в Steam было. Вот эту игру, это мы с Skyfall'ом, она по деф-треку, ну, может, кто не знает, вот эту игру, вот эту игру, вот эту игру, вот эту игру, и еще вот эти игры. Их много. Значит, ну, 30 все перечислять не буду. Значит, в компании основана 22 октября 2002 года. Это я вчера специально проверил для презентации вот эту дату. Так что скоро у нас 9 лет. В 2010 году, в 2003 году было 15 сотрудников и по-моему, две вышедшие игры. Я точно не помню. Одну точно помню. Это была игра по movie license, это по фильму, а вторая не помню. Вот. В 2005 году мы открыли компанию в США. Сейчас я историю кратко расскажу, чтобы было вообще понятно, стоит меня слушать или нет. Кому не нравится, сможет уйти после этого. С 2002 по 2008 год мы выпустили больше 30 игр для PC, 14 вроде игр для Power TV, мало кто знает, наверное, кто-то знает. Это set-top box, представьте кабельное телевидение в США. В 2007 году там темпы начали возрастать, поэтому будет дальше слайдов больше. В 2007 году основали компанию Guidance Sound, она, это дочка наша, она единственная российская компания звукозаписи для игр. Хотя вот я слайд старый, наверное, сейчас Strategic Music тоже этим занимается, не знаю. Ну, музыку они точно делают, а звук не знаю. Вот, а в 2007 году компания Gaijin открыла консольное направление и начала работать для консолей. Тогда нового поколения, сейчас уже текущего. В 2007 году также был открыт отдел по разработке casual игр. Это как Casual Connect, я вот расскажу. Компания называлась Shape Games Inc. Одна из игр стала хитом. Это хит, я не знаю, что это значит, это мне так Саша Лосковский сказал, который Алавар, что это хит. Вот. А в этом же 2007 году и стало. И я, соответственно, был на первом Casual Connect, который здесь был. Ну и еще потом на нескольких в Амстердаме, там, а потом перестал. Да, вот значит немножко про casual игры, потому как вот мы выпустили 6 игр, там Shape Games выпустил. А потом в 2008 году 51% компании Shape Games было куплено компанией G5 Entertainment. Я не знаю, Влад здесь? Нет? Ну, не здесь. Значит, ну, G5 Entertainment — это спонсор Casual Connect, поэтому вы должны знать, наверное. Вот. А в 2009 году оставшиеся 49 компаний тоже было куплено той же самой компанией. Все IP Shape Games были переведены в G5, все сотрудники распущены. Вот с тех пор я отношения к casual играм не имею. Но, тем не менее, по отчетам компании G5 Entertainment, они на публичной компании, на рынке торгуются, и у меня даже акции есть немножко. И поэтому я с сайта все вот это взял. IP компании Shape Games делили за первый квартал 2010 года, а больше они потом перестали делить на IP Shape Games или свои. 200 тысяч долларов, что примерно 70 тысяч долларов в месяц, и это было в 1,5 раза больше, чем собственные компании оригинальные IP G5. Так что это в смысле не так плохо. В основном это были, конечно, уже не casual. Это были как бы IP, то есть это не с PC, не casual, они были спортированы на iPhone и iPad, и оттуда приносили деньги. Но тем не менее, вот с тех пор я к casual играм отношения имею, специально решил остановиться, потому что вдруг это важно, учитывая название конференции. Вот, значит, в настоящем времени компании принадлежит сервис цифровой дистрибьюции Uplay Room. Это один из самых больших сервисов цифровой дистрибьюции в России, но еще раз, это core игры, это Battlefield всякие и Need for Speed и прочие. Не casual. Casual игры мы от Алавара ставили, витрину продали, 2 игры, по-моему. 2 копии, в смысле. Они не продаются там. В 2009 мы выпустили 2 игры для Xbox 360, PlayStation 3. В 2010 году выпустили уже 4 игры, причем по собственному IP. До этого мы работали с создателями, мы после этого перешли на свои IP. В 2011 году это вот она, конечно, в 2011, но разработка до этого. Мы вместе с компанией Targeting Games выпустили еще одну игру. Я упомянул об этом, потому что мы начали работать с другими компаниями. Кроме того, мы инвестировали в них деньги. Вот. Итого, с 2002 года по 2010 компания теперь, наверное, самая известная независимая компания разработчиков России. Так что, возможно, вам будет не безинтересно узнать, как мы этого добились. Вот, значит, еще немножко про свои IP. Вот они там топ-1, 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 топ-1. А вот это вот мы с партнерами делали, ну, не как издатель классический, мы как ко-девелопер выступаем всегда. Мы не абстрактно пока не издавали ничего чужого, только вместе с партнерами. Вот. Значит, про наше ближайшее будущее, я так абстрактно. В 2011 году Как раз это было на КРИ 2011, должно было быть, но произошло через 5 дней. Поэтому игры пришлось выставлять, показывать только жюри. Анонсировали две игры для Xbox 360, PlayStation 3. Игры по своим IP. Дистрибьютор Konami. Konami — это такой японский малоизвестный издатель. Ну, вернее, известный довольно. Birds of Steel — это игра про самолетики, и Blades of Time — это hack and slash game. Игры будут изданы в начале 2012 года. Также мы анонсировали игру Skydive Proximity Flight. Это для Kinect и Move. PlayStation Move, Xbox 360, Kinect. Не знаю. Знаете вы это? Ну, вот такая. Там махать руками надо. В 2011 году также мы анонсировали игру World of Planes. Это Action Flight Simulation MMO Game. То есть онлайновая игра. Она в 2012 должна выйти. И мы анонсировали сотрудничество с компанией StarGem. StarGem — это как бы TarGem, в смысле. Они переименовались. Поэтому мы о том, что мы будем с ними вместе издавать StarConflict. И еще будут другие анонсы, потому что год еще не кончился. Ну вот это такой маленький пиар. Наши ближайшие планы — возможно, тоже интересно. Мы будем дальше концентрироваться на развитии только своих IP. Мы не делаем игры на заказ для издателей и так далее. Мы работаем только на своих IP. Или хотя бы, если IP лицензированные, ну, всякие там лицензированные, ну, типа, не знаю, Boeing, там, лицензия, Apache, то это наша роялти там, наш ревень. Мы начинаем разработку под Next Gen консоль. Это вот не текущая, а более Next. И работаем над дублированием своих онлайн-игр. Да, кроме того, мы планируем работать как издатели других компаний. Мы работаем только как издатель ко-девелопер, то есть мы вместе с другими партнерами, но мы планируем развиваться в этом направлении как издатель дальше. Вот. Это такой же красивый слайд про то, какие клевые свои IP в ближайшем будущем. Значит, теперь про рецепт успеха. Да, вот я все рассказал. Если кому-то кажется, что это неинтересно, то дальше можно идти слушать. Там параллельно идет в другом потоке другие лекции. А теперь будет, значит, собственно, рецепт. Вообще, вот этот такой момент про рецепт успеха, я уже с самого начала сказал, очень сложно дать какой-то рецепт успеха вообще. Вы можете читать книжки массы успешных людей, мемуары, биографии, Icon, это, правда, не биография, но про Стива Джобса, или мемуары Ричарда Брэнсона, или еще масса других миллионеров, миллиардеров и просто клевых пацанов. Но это на самом деле не дает никакой гарантии, что вы можете повторить, стать миллиардером, как Ричард Брэнсон. Даже если вам, в смысле, вам все нравится, что там в книжке написано. Во-первых, это было, это про прошлое. Возможно, в будущем надо вести себя не так, чтобы повторить успех. А, во-вторых, большая часть людей не в состоянии делать то, что им нравится. Такой нюанс. Если им нравится, как Ричард Брэнсон зажигал, но они так не делают все равно. В-третьих, у всех на самом деле свои рецепты успеха. То есть вот конкретные применения. Кто-то становится клевым издателем, кто-то выходит на новый рынок, кто-то делает Facebook. В смысле вообще сам Facebook, я имею в виду Герберг, Марк. А кто-то делает его клон, но тоже неплохо, и получается ВКонтакте там. И одно дело сделать Facebook, другое сделать ВКонтакте. Но и то, и другое очевидный успех. И я просто не дам никакого конкретного рецепта, что надо делать в практическом смысле. И никто не даст. Поэтому это все больше на мемуары похоже. Вот все такие доклады и книжки. Вот. Поэтому я постарался выделить то, что ретроспективно, мне кажется, привело к успеху нас. Вот. Ну и заодно я общаюсь с разными другими людьми и могу какие-то общие наблюдения сделать. Но не всегда работает. Вот. Общие наблюдения не всегда работают. Значит, поэтому еще раз, это как бы общее наблюдение. То есть у нас есть, например, принципы компании, там, философия компании. А это как бы отношение к моему докладу иметь не будет. Если что, по-моему, на сайте написано. Или было. Поэтому неинтересно. Их и так можно посмотреть. Вот, значит, поэтому советы будут по возможности не банальные. Я постарался выбрать как бы неочевидные мысли. Потому что все и так понимают, что надо быть богатым и здоровым, а не бедным и больным. Вот они все. Я потом поподробнее раскроем. Они выглядят, может быть, банально, но они будут не банальные. Значит, первое. Работайте. Это выглядит совершенно банально, потому что невозможно достичь успеха, ну, не работая. Но я имею в виду, работайте много. Работайте, это как бы вот, ну вот прям вот вставайте утром и работаете. А подработаете, я не имею в виду ВКонтакте читаете там, или в Одноклассниках сидите, или еще масса замечательных времяпрепровождений. Есть замечательные сайты типа bash.org и анекдот.ру. Я там ни разу не был, но говорят, что там интересно тоже. Но это не работа. Вот просто вот, ну, как бы работаете много. Многие люди считают, что работать больше 8 часов в день нельзя. Ну, это вот как бы… Во время Второй мировой войны, Великой Отечественной, люди не работали на заводах по 8 часов. Они работали, вот, они там ночевали на заводе, и войну выиграли. А те, которые как французы двухчасовым перерывом, те войну не выиграли. Ну, они потом как союзники выиграли, а сначала-то проиграли. Вот. Поэтому тут есть такое еще общее замечание, что психологи утверждают, что развитие человеческой личности происходит только в момент преодоления кризисов. То есть так просто, когда мы вот встаем утром, что-то делаем, и потом как бы улучшаем, производим новую работу, мы на самом деле не развиваемся. А развитие происходит только при преодолении кризисов. Для компании преодоление кризисов, как правило, связано с тем, что надо много работать. Поэтому начните заранее. Прям вот начинайте работать сейчас, и когда будет кризис, вы будете готовы. Вот, вот тут вот про Вторую мировую. Цитата на английском звучит примерно как: если бы судьба всего мира зависела от вашего проекта, и у вас была бы лучшая команда, неужели вы послали бы их домой в 5 вечера? Рили, это вот некто Джон Кармак из ID Software такой написал. Это, в смысле, из Твиттера его просто. И вот еще вот такой вот тоже мем, что люди объективно менее продуктивны, если они работают меньше, чем 40 часов, имеется в виду в неделю, идиотичен. Тоже Джон Кармак. Да, ну понятно, что у всех есть, ну у всех есть, ну, у многих есть дети, семья, жены, любовницы, друзья и свои маленькие слабости. И как же вот выбрать между этим вопросом? И, ну, никакой проблемы нет. Это вопрос ваших личных приоритетов. Вот опять же цитата от Джона Кармака. У меня, как вот он говорит, я не вижу никаких проблем с тем, что люди говорят… Это того не стоит, просто, ну, имеет в виду, это того не стоит, просто говоря, вы получите меньше сделанного, если будете работать больше. Вот. Это как бы очевидно, ну, если вы подумаете внимательно, это очевидная чушь. Чем больше работаешь, тем больше сделано, а не наоборот. Но если как бы вы такое слышите, или я такое слышу, я своих сотрудников не заставляю на работу выходить больше 8 часов, и мы оплачиваем сверхурочные, и я даже их выгоняю домой иногда отдыхать. Но это не одно и то же. Я говорю сейчас, мои как бы мое послание евангелическое такое, одно скорее к совладельцам, руководителям и прочим заинтересованным, что называется, в успехе компании и личным, ну и личным даже, это не от компании слабо зависит, людям. Поэтому да, вы работаете, если это для вас важно. А если для вас важнее семья и друзья, и погонять в танчике, то никаких проблем. Можете даже говорить, что это делает вас более продуктивным. Но это неправда. Так вот, мое пожелание ко всем: работайте много. Ну как, это не пожелание, это если вы хотите что-нибудь получить. Все мне знакомые, известные, успешные люди, Марк Цукерберг, Ричард Брэнсон, это по мемуарам, конечно, Влад Суглобов, и опять его нет, хотел ему комплимент сделать. Они все много работают. А успеха, кстати, не все достигают. Это не является достаточным. Значит, и второе тоже такое очевидное. Старайтесь думать. Опять же, психологи утверждают, что мы большую часть времени, выполняя даже сложную интеллектуальную деятельность, такую как программирование, управление проектом и прочее, люди не думают. Они выполняют стандартные, типичные решения, так сказать, следуют стандартным, типичным решениям. Неважно, насколько они успешны, это как бы стандартные выученные практики. Они их из книг почерпнули или из опыта, это неважно. Мы начинаем думать, когда мы сталкиваемся с ситуацией в первый раз. Или сталкиваемся с ситуацией неопределенности, или сталкиваемся с ситуацией как-то угрозы биовыживания. Вот. Буду сейчас убивать или нет, надо вот думать в этот момент. старайтесь, когда вот вы, понятно, не надо думать все время, но когда вы в такой ситуации, старайтесь не избегать. Вот мозги могут уже заржаветь, и люди стараются в этом часто, я не буду обобщать, но часто стараются избегать мыслей. Вот мне запускать игру фремиум или премиум? То есть я вообще какую сейчас буду делать игру? Я вообще хочу вот, ну, там ферму сделать, я сейчас условно говорю, но вот она вроде в социалках фремиум, вроде много зарабатывает, а вот как бы я же не умею. И вот это не думать. В смысле, это вообще к мыслям отношения не имеет. Это называется гадать. Думать — это оценивать, изучать вопрос, проводить аналитику, записывать ход своих рассуждений. Не надо думать, вот тоже люди мне так говорят, сидят они там, валяют дурака. Ну, я вот буквально говорю, сидят в одноклассниках или играют в игры или еще что-нибудь. И говорят, что они так думают, что у них как бы мозг отдыхает, а они на самом-то деле, у них идет мыслительный процесс тяжелый. Это неправда. Это вообще полная чушь. Игры специально устроены так. Геймплей, в цитате от забыл от кого, это называется последовательность интересных выборов. Каждый человек, когда играет, думает. Когда он в одноклассниках думает, какое бы гневное послание написать, или наоборот, не гневное, а тому, кто не прав в интернетах, он тоже думает об этом. А нужно думать о другом. Старайтесь думать о деле, а не фигне всякой. Это не мысли. Тренируйтесь думать вообще. Ученые, возможно, британские, правда, но какие-то ученые утверждают, что продолжительность жизни и качество жизни коррелирует с количеством мыслительного труда, который вы в жизни делаете. Ученые живут дольше, шахматисты живут дольше, и имеется в виду не только профессиональные, но и просто любители. Живут дольше. Вы больше думаете, вы дольше живете. Вот такая вот статистика интересная. И качество жизни тоже повышается, потому что Альцгеймер позже наступит. Вот по поводу мыслительного процесса. Записывайте свои рассуждения мыслительные, выводы и то, что к ним привело, куда-нибудь. Это вот в практике называется потом, если когда в практике разработка проекта, называется постмортем. Потому что не записывая, вы не можете быть уверены, что даже правильные выводы были сделаны на основании верных предпосылок. Это так называемая продуктивная ошибка. Когда ошибка приводит к положительному результату. Классическая вещь, когда вот, ну вот сейчас я, к примеру, говорю, успешные игры имеют, это я сейчас из века офлайн игр, но тем не менее, успешные игры имеют рекламу в журналах. Неуспешные игры рекламу в журналах не имеют. Допустим, вы даже сами их делали, и вот вы заметили, что вы даете рекламу в журнал, и игра успешна. А не даете, игра неуспешна. И из этого можно сделать очевидный вывод, что это как бы связано с рекламой в журнале. Я не буду сейчас конкретно про рекламу журналов говорить, но это вот пример рассуждений, который может привести к продуктивной ошибке. Потому что, например, вы даете только хорошим играм, ну, вам нравится игра, вы даете там рекламу, или она много денег стоила, значит, наверное, бюджет большой, значит, хорошая, и вы даете рекламу. Возникает продуктивная ошибка, и человек… Не только человек, крысы в лабиринте и обезьяны, и вообще никто не в состоянии, невозможно бороться с продуктивной ошибкой. Это положительная обратная связь на неверные решения. Вы приняли неверное решение в совокупности с какими-то верными решениями, а потом получили положительную обратную связь. И это неверное решение закрепляется. Когда вы находитесь в состоянии растущего рынка, ну, casual рынок сейчас не растет, а вот там social растет, то это происходит все время, потому что рынок сам растет, вы… Вам вообще сложно ошибиться, то есть основная ошибка будет ничего не делать. Ну, social игры уже тоже не так растет, ну вот было там год назад. То есть вот не выпуская social игру, вы ошибаетесь, вы не правы. А выпуская, вы уже правы и уже не ошибаетесь. Но при этом вы можете сделать массу ошибок в дизайне, в продвижении, в чем угодно еще, и не понять этого. Единственный способ избежать продуктивных ошибок — это проводить анализ на основе внешней информации какой-то. А для этого надо записывать на бумажку, файл, e-mail, какую-то информацию, которая вас привела к каким-то выводам. Поэтому это как бы продуктивная ошибка хорошо, это означает, что у вас успех уже какой-то был. Но тем не менее лучше стараться их избежать в будущем, а то потом будет плохо. Вот, значит, вот такой слегка противоречивый тезис. Старайтесь работать продуктивно, то есть производить как можно больше результата. Но при этом заработать над тем, что вам лично нравится. Вот сейчас я сформулирую этот тезис. Из всех текущих задач, из всех проектов, которые перед вами есть, старайтесь выбрать те задачи из нужных, я не имею в виду опять ВКонтакте, Одноклассники, вот из нужных для достижения цели, выбирайте те задачи и те проекты, которые будут закончены в наименьшие сроки. Если ответить на письмо 5 минут, а на другое письмо 10 минут, а на третье 5 секунд. Выбирайте тот, на который ответить 5 секунд. Во-первых, 5 секунд — это мало. Во-вторых, это позволит вам быстрее получить обратную связь на свои действия. При этом люди делают не так, а это подмечено в книжках по менеджменту тоже. Они стараются выбирать те задачи, те области работы, в которых им нравится что-нибудь. Вот если, грубо говоря, в проекте что-нибудь идет хорошо, какой-нибудь художник рисует хорошо, а какой-нибудь художник рисует плохо, то вот они стараются подходить к художнику, который рисует хорошо, и спрашивать: ну как у тебя дела там? О, клевая картинка нарисовала. Потому что это приятно. А художник, который рисует плохо, подходит, ну, уже редко, по возможности стараются этого избежать, переложить на кого-нибудь. Ну, пусть вот там начальник его подойдет к нему. Ну вот на самом деле первое делать не надо вообще, он хорошо рисует, не трогайте его, это вот ненужная работа. А второе, надо делать это быстро. Подойти к нему и сказать: ты уволен. Увольнять людей быстрее, чем нанимать, если что. Ну, подошел, сказал: ты уволен, рассчитался с ним, все, он свободен. А нанимать сложно, там собеседование проводить, испытательный срок. Так вот, старайтесь сначала уволить плохих, а потом нанимать хороших. Вот пример про проект. Вот там. Раньше не было Фейсбука, до этого, потом не было Зинги, потом не было iPad, потом не было Андроида, а некоторые вот люди, знаю даже, они планируют проекты делать 5-8 лет. То есть вы можете себе представить, что вот 8 лет назад кто-нибудь запланировал бы делать игру для Фейсбука? Это же никогда Фейсбука не было. Ну или там 5 лет назад кто-нибудь стал делать игру для Фейсбука или для iPad. Не было iPad. Вот. Я не к тому, что таких проектов не бывает. Но никто так не планирует. Ну, опять же, можно продуктивно ошибаться и планировать, и делать, и успешно. Ну, не испортился рынок, и хорошо. Но старайтесь так не делать. Рынок может измениться в процессе. Вы начали делать игру, через год она хорошая, но рынок изменился так, что лучше ее еще лучше сделать, она еще через год будет. Вот из всех при прочих равных, я не к тому, что надо выпускать недоделанные проекты, некачественные. Я не про это. Я прошу, не планируйте. Старайтесь из всех возможностей выбирать те, которые быстрее реализуются. Это приводит к положительной обратной связи и ускоряет, улучшает успех. Ну, потому что это вас как бы обучает, дрессирует. Человек как обезьяна, его дрессировать можно. Себя тоже. Вот. Ну, вот это вот про то, что я говорил. И это относится к командной работе тоже. То есть перед командой тоже ставьте задачи, которые решать быстрее. Еще раз, увольнять людей неприятно, но лучше, но это быстро зато. Поэтому начинайте с увольнения, а не того, чтобы что-нибудь еще делать. Но это как пример неприятной работы. Вот при этом надо делать только то, что вам нравится. Вот такой парадокс, кажущийся. Ну то есть, если вот неприятно людей увольнять, то как бы не надо увольнять людей, а как бы надо, потому что это быстрее. Он на самом деле разрешен только вот если вам нравится то, что вы делаете быстро. То есть тогда нет такой диалектической проблемы. Вот. Ну я не знаю как. Ну, например, давайте себе конфетку каждый раз, когда вы что-нибудь сделали. В какой-то книжке по тайм-менеджменту Getting Things Done или что-то такое, там неприятные задачи называются жабами, и их надо, по-моему, есть. Я забыл, как это все звучит. Но, в общем, это в смысле значит, что это хорошо, главное. Не там. Но это вот про это же. Вот. А на самом деле, со временем удовольствие от проделанной работы, от именно сделанных работ, и в том числе неприятно, будет выше, чем от чего-нибудь еще. Вам будет нравиться получать результаты. Это хорошо. Когда нравится работать много и тяжело, это плохо, а когда нравится получать результаты, это хорошо. А работать много и тяжело, надо просто получать результаты. А так можно и не работать, на самом деле. Только не получается. Вот. Вот мне нравится работать над короткими и ясными задачами. Я стараюсь так делать. Мне тут старое удовольствие, поэтому у меня нет противоречия никакого. Вот это вот слово проактивно, оно в русском языке отсутствует. Поэтому это калька. Вот есть такое понятие вот, реактивность и проактивность. То есть реактивность — это если вы реагируете на внешний стимул, а проактивность — это если вы являетесь внешним стимулом для кого-то. Вот когда вы работаете много и тяжело, надо иногда работать над чем-то не тем, что перед вами ставит жизнь, так сказать, не текучкой, а над новым чем-то. Вот все время открываются всякие возможности. Там social игры, там iPhone, там iPad, там еще какой-нибудь Android. Ну или еще что-нибудь. И вам надо его просто изредка прекращать, отвечать на e-mail, писать код, и рисовать графику, и вообще, не знаю, ну, каждый чем по-своему занимается. Вот просто брать это, прекращать и делать другое. Например, другой код. Ну, то есть рисовать другую графику. Это же тоже может быть нужным действием. Или написать e-mail кому-нибудь, или назначить встречу, или приехать на конференцию, потому что интересно стала тема. Не значит, что все эти вещи выгорят, но выгорит это в смысле получится. Но если вы этого не будете делать, вы обречены на как бы идти в хвосте. То есть вот создавать social игры надо было 2 года назад, а iPad, iPhone игры тоже 3 года назад. Ну, начинайте, в смысле. Не то, что сейчас поздно, а просто… Ну нет, сейчас поздно, да. Ну, в смысле, вы сейчас не можете этого не делать. Это не… Это уже реактивность. Реактивность, она неплоха, она работает для лидеров, для тех, кому вот… Кто очень большой, какой-нибудь Electronic Arts, вот он начал поздно, ну и ничего. Ну, начал, он там, купил просто того-сего, и, в принципе, у них опять не поздно. Это дорогой способ. Для них, для лидеров проактивность тоже лучше, чем реактивность, но… Для них он как-то работает, а для маленькой команды это выглядит крайне неэффективным, потому что вы же не сможете потом купить плейдом, ну, поэтому… А если можете, то тогда нормально. Вот, а вот эти окна возможностей, которые открываются, это тоже термин не русский, window of opportunity, то, они обычно ненадолго открываются, когда вот действительно легко и дешево, и просто, и ты сразу молодец. А потом надо тяжело и много работать опять. Вот. Так вот, они мало того, что ненадолго открываются, на самом деле, вот если вы посмотрите в прошлое ретроспективно, окно возможностей, каждое следующее, оно, как правило, меньше предыдущего. Ну, то есть по времени, я имею в виду. Оно открывается уже не на 5 лет, а на год или на 3 месяца и так далее. После этого это не поздно. Рынок обычно не закрывается сразу. Ну, когда-нибудь поздно начинается, но обычно сразу не закрывается, просто это уже не… возможность, а это как бы необходимость. Это вы реагируете на изменившийся внешний мир. Вы выживаете. А это не очень хорошо с точки зрения достижения успеха. Вот. Но когда вы увидели новую возможность, не переключайтесь немедленно. Если вы работаете над которой вот вчера увидели, а сегодня новая, но вот это вот сбалансировать уже невозможно. То есть вам, если вы будете все время переключаться, ничего не доделывать до конца, или доделывать до конца в недостаточном качестве, уделять мало своего личного времени, ресурса основного, который у человека есть, это личное время. Своего времени личного мало будете уделять достижению конкретной поставленной перед вами ближайшей задачи, то вряд ли вам светит успех в этом вопросе. Может повезти, может нет, но в целом нужно быть сфокусированным на какой-то конкретной цели. А при этом надо переключаться. И это, в принципе, небалансируемые вещи. Ну, то есть, очевидно, это одно только. Не надо вот фокусироваться и одновременно заниматься разными вещами. Это просто невозможно. А как именно вот балансировать это? В принципе, вы, конечно, если будете сфокусированы, вы пропустите 1 или 2 возможности, которые перед вами вроде очевидны были. Но, с другой стороны, зато вы с той, которой начали, хоть закончите и успешно ее решите. Вот, ну, вот тоже противоречивый пункт. Да. Еще вот про этот слайд, я не забыл, потому что у меня там пометки. Когда работаете не над тем, что вам нравится, когда, например, вам издатель заказал разработку чего-нибудь. То есть это не вы придумали, что это хорошая идея, а вам кажется, идея отстой. А издателю нравится. А вы думаете, что это плохо. То вот таких проектов делать вообще не надо. Это… Дело не в том, что не будет успешным этот проект. Нет, ну почему? Издатель, во-первых, может быть прав, а вы нет. И он будет выстрелить и заработает вам миллионы денег. Но вы ничему не можете научиться в этой ситуации. То есть вас как личность творческую к успеху это приблизить не может. Потому что вы узнаете об этом тогда же, когда и все остальные. То есть вы узнаете о том, что идея была успешной, про которую вы считали, что она отстойная, тогда, когда все узнали, что она успешна. Но она выстрелила, и все об этом знают. То есть вы не узнали ничего нового вообще. Это если она выстрелила, а вы считали, что… И удовольствие, кстати, тоже будет не такое, вы же ошиблись. А если идея была неуспешная, и вы в нее не верили, она отстойная, вы в нее не верили, то вы не удивитесь. Ну, отстойная идея, я в нее не верил, она не сработала. Это же очевидно. То есть вы ничего не можете узнать из обоих двух ситуаций. То есть и если она будет успешной, и если будет неуспешной, вы ничему не научились. Если же это ваша идея, выстраданная идея, что надо делать змейку. Вот сейчас пришла новая пора возрождения змейки, например. И вот вы верите в это искренне, то… А потом она не выстрелила, ну змейка же. То вы хотя бы узнали, что не выстрелил. Вы попробуйте что-нибудь сделать, собрать фидбэк от пользователей, заставить ее выстрелить все-таки. А когда и это не получится, вы узнаете про себя, о себе много нового и интересного. Ну, если вы в состоянии как-то к анализу, к рефлексии склонны, то узнаете. Если вы не думаете, это предыдущий слайд, то не узнаете. Так, ну вот. И последний вот. Ну, значит, повторяю, как бы свой рецепт успехом. Это много работайте, много думайте над тем, что вы работаете. Не работайте впустую, не делайте одно и то же. Старайтесь делать как можно быстрее любые задачи. Выбирайте те задачи, которые делают быстрее. При этом, даже если они вам неприятны, при этом делайте только то, что вам нравится. Поэтому вам должно нравиться то, что вам неприятно. Будьте проактивны, а не реактивны, и ищите новые возможности. Но при этом будьте сфокусированы. Старайтесь не пропустить возможность поработать над той возможностью, которой вы уже работаете. Сложно звучит. И вот последний вот пункт, это называется «Стратегия ежа». Это такая книжка есть. Good to Great. Я не знаю, вы читали. Там, по-моему, еще там много замечательного всего. Например, про колоссальную разницу между Fannie Mae и Freddie Mac, две клевые компании. Там вот приводится такое понятие «стратегия ежа». Это… Значит, лисица, стратегия лисицы — уметь разными способами есть мышей, ежей, кроликов. Ну, они там следы сдваивают и караулят, и еще как-то охотятся. А еж, он всего этого не умеет. Все, что умеет еж, это я сейчас книжку вольным пересказываю. Все, что умеет еж, это свернуться, закрыться, и наружу одни иголки. И лисица его съесть не может. Вот. Это какая-то полная чушь на самом деле. Во-первых, лисица может съесть ежа, она, которая умеет, лисица если умеет есть ежа, то она их ест всегда. Она их подкидывает в воздух, кусает их за пузо. И конец ежу. Во-вторых, еж охотник и охотится на мышей, как и лисицы. Поэтому это, в смысле, кроме как клевый образ, это ничему не может нам рассказать. Но идея в этой книжке состоит в том, что выберите одну точку, будьте сфокусированными на этом. Вот тот предыдущий слайд. Будьте сфокусированными. Кладите все яйца в одну корзину, потому что накладные расходы на раскладывание каждого яйца в свою корзину слишком большие. Вы, если будете по одному яйцу в корзине носить из магазина домой, то вам придется 8 раз ходить. Ну, тоже корзины большие. Это как бы общая идея такая. Будьте сфокусированы. А я вот хотел бы этот тезис развить. На самом деле стратегия ежа — это очень правильный термин. Мне он даже нравится. Я его так и использую уже 3 года. Но на конференциях редко. Обычно в частных беседах. Она называется «Еж умеет только одно, он умеет закрываться». Вот вы как личность, как компания должны быть готовы к тому, что ваша компания закроется. Ну то есть, я понимаю, что странно звучит, но воспринимайте спокойно. Это же не жизнь, то есть никто же не умрет от того, что вы прям вот закроете свою компанию и все. Ну она вот не выстрелила идея там. Ну компания-то я обобщу, но уже там проект, например, вот новое направление открыли, а оно не… Ну, вы потратили 2 года жизни, кучу сил и времени, но никто не умер, никто не убит. Компаниям свойственна жизнь биологическая. Они рождаются, живут, стареют, умирают. И это проецируется на тех, кто в них работает. Никто не хочет, чтобы компания умерла в ней. Но на самом деле никто не умирает. Вот это очень важно понимать. Если вы спокойно относитесь к этому факту, а что это значит? А это значит, что вы… готовы начать новое. Вы не боитесь ошибок. Вы не продолжаете работать на умирающем рынке, если он совсем умер. То есть вы не пытаетесь гальванизировать труп. Я уже сейчас не про рынок, а про компанию или про проект. Гальванизация трупа позволит имитировать… Гальванизация трупа — это когда электричество в мертвое тело, оно шевелится, как живое, может даже дышать. Позволит имитировать жизнедеятельность очень долго. Больше того, если мозг умер, можно вообще долго поддерживать жизнедеятельность, но это бесполезно. И этого делать не надо. А надо начинать новые возможности, новые проекты. А вторая обратная сторона этого момента, вот стратегии ежа, будьте готовы закрыться, это значит, что у вас не должно быть таких обязательств внешних, выполнение которых требует гальванизацию трупа. Ну, то есть, если вы не можете уволить человека, потому что не хватает денег ему заплатить, я знаю, некоторые компании бывают в таких ситуациях, я, конечно, не про нас, но то это очень плохо. Потому что вы вынуждены гальванизировать труп. Вот старайтесь думать о том, чтобы поддерживать в бодром, таком энергичном состоянии себя как личность и себя как компанию. То есть, если что не так, нафиг ее там просто, все. Но я не имею в виду, что если вот там что-нибудь, слух какой-нибудь прошел, что появился мощный конкурент. Это ерунда, я не об этом. А вот если вот не получается ничего, ладно, займитесь другим делом. Ричард Брэнсон тоже не сразу стал миллиардером. Он там что-то, какую-то фигню сначала сделал. И Sony выпускала неработающие... Sony — это такая большая компания, здесь должен быть Джордж Бэйн, я не знаю, есть он. Вот, она выпускала неработающие рисоварки. Это был ее первый бизнес. Но это не конец. Продолжайте работать, развиваться, и все будет хорошо, и оно будет расти, если вы... Помните о том, что вы как-то путь самурая. Помните о том, что вы смертны. Не вы лично, а компания. Ну, и, кстати, вы лично тоже, но это к делу не относится. Так, вопросы. Да, я вот еще забыл объявление сделать в самом начале. Так как я уже говорил, доклады такие все выглядят как мемуары, а мемуары без достоверной актуальной информации неинтересны, то я обещаю, что я отвечу на любой вопрос, который сколь угодно интимный, который не затрагивает действующих non-disclosure agreements. То есть, если я кому-нибудь не подставлю ответом, то я обязательно отвечу, насколько помню, знаю. Вот. Вопросы. Аплодисменты сначала. Вот. Спасибо. Теперь вопросы. Что случилось с «Тайным городом»? Что-то о нем в последнее время не слышно совсем. «Тайный город» у нас такой проект был, два даже. Мы делали две онлайновые игры, браузерную и клиентскую. Когда компания 1С слилась с компанией 1С Soft Club, права принадлежали не нам, это лицензия Вадима Панова, а лицензировала ее 1С. Когда компания 1С слилась с компанией 1С Soft Club, то все онлайновые активы, онлайновые — это вот онлайновые игры, они отдали другой компании. По-моему, срок NDA еще не кончился, поэтому я не уверен. Третья компания отдали. А третья компания решила, что что это не ее обязательство, вообще все. И поэтому мы закрыли проект этот вынужденно, вот к вопросу. Как только я узнал, что они не собираются выполнять свои обязательства, я вот еще такой нюанс, я из этих... Знаете, пацан сказал, пацан сделал. То есть, если мне честное слово дают, я обычно склонен людям верить. И сам, когда даю, что-нибудь пообещаю, то потом не нужна бумажка, чтобы денег заплатить. Я тоже так работаю, мы так работали год, а потом они сказали, что они решили, что они не могут, что кризис и еще что-то. Да, не прошло еще 5 лет, да. Кризис и еще что-то, и поэтому они на время проект... что мы делали за свои деньги. Поэтому мы его закрыли с убытком где-то в $750 тысяч. Это моя информация, поэтому я могу поделиться. То есть у нас там потери очень большие. Видите, я цифры называю, вы спрашиваете. Вопрос. Я так понимаю, вы работаете над World of Planes. Вы работаете вместе с Wargaming. Так вот, есть две игры. Значит, наша игра анонсирована в апреле, по-моему, World of Planes. И игра Wargaming анонсирована в июне. World of Warplanes. Ага. Все, вопроса нет. Спасибо. Я могу что-нибудь рассказать и про эту игру. Еще раз говорю, я цифры всякие могу называть. Могу рассказать, за почем я продал Shape Games компании G5 Entertainment. В смысле, это публичная информация, она в публичных отчетах есть, публичные компании, поэтому. По поводу работаете дольше. Сколько у вас в среднем рабочий день по времени? Зависит от кризисной ситуации или нет. Я редко работаю меньше, чем 10-12 часов в день. В выходные ну, есть семья, да, и приоритеты, как я бы рассказывал, да. А иногда в выходные, соответственно, обычно работаю 6-8 часов. И иногда я не работаю даже целый выходной. Когда какая-нибудь кризисная ситуация возникает, то в среднем рабочий день, включая выходные, становится где-то 12-14 часов у меня. Ну, надо понимать, что у меня как бы… Я не особенно делю вот рабочий день. То есть я вот встаю, да, иду в душ утром, беру с собой iPhone и там отвечаю на почту в душе. Ну, то есть как бы… Трудно выделить вот именно момент, когда я не работаю, иначе как я вот выключил интернет, и тогда я не работаю. Мне в основном почтовая работа. А, еще и код пишу немножко, да. Тогда можно выделить. А на чем пишете? Зачем или на чем? На чем? На C++. Мы под консоль работаем. Там надо C++. Кстати, неплохо пишу код, да. Я говорю, я сотрудников не мотивирую работать больше. Work smart, not hard. Это такой вот. Об этом не было в слайде. Я не мотивирую сотрудников работать больше. Если сотрудник сам мотивирован работать больше, то ему оплачиваются сверхурочные, выплачиваются премии. Кроме того, у нас у всех сотрудников занято хоть сколько-нибудь ключевых позициях, начиная практически с рядовых, на самом деле. Ну, почти все, 90% сотрудников, имеют бонусы, привязанные к конкретным достижениям, там, выходам проектов, зарабатыванием проектов, рейтингов, денег и так далее. Это часть, которая не будет зависеть от того, будет ли он работать больше 8 часов или меньше. Больше, если он работает больше 8 часов, он получит оплаченные сверхурочные. Это все. Никто не обещает ему ни премии, бонусы не зависят от этого. Поэтому если он может достичь того же самого, работать за 8 часов, я только за. И может у вас сложилось такое превратное впечатление? На самом деле у нас сверхурочно, когда сотрудников просили выйти на работу, было 2 раза. И первый раз в 2010 году произошло, там опаздывали с проектом, и их попросили выйти. Это было не обязательно, человек мог отказаться, но его попросило руководство. Типа, пожалуйста. Не все. Это делают 4-5 человек. Я их очень люблю. Я люблю готовить, например. Об этом не говорил, но это не имеет отношения к рецепту успеха. Я пеку пироги, приношу на работу и угощаю вот этих людей. Ну, это в смысле, это, не знаю, система мотивации или нет. Я не так часто пеку пироги, у меня работы много. Я только по выходным могу это делать. И то не всегда. Последний раз это был полгода назад. Поэтому я не думаю, что пироги мои работают как система мотивации. Ну, я могу съездить за пиццей, если они там работают. Это не система мотивации все-таки. Это просто мое отношение. Я пирогов на всех не напеку. У нас в компании 70 человек, поэтому надо понимать, да, что я 6, 7, 8 могу угостить. Это не зависит от… Денежная мотивация не зависит от переработки. От переработки зависит только оплата сверхурочных. Сверхурочно оплачиваются по трудовому законодательству в двойном объеме, что-то такое, или там, и еще там эти отгулы. Что? Что он сделал задачу? А если не… Слушайте, я не знаю, может быть, для вас является нормой выпускать проекты не в срок. Но я не понимаю, как это можно компенсировать. Ты выпустил проект в срок, ты молодец. Бонусная часть зависит от достижений конкретных этапов. Да, проект выпущен в такой-то срок и так далее. Если он выходит, это не зависит от того, как он работал. Он мог вообще на работу не приходить. Но его уволят тогда, и он бонус не получит. Но ну, я имею в виду вот так вот. Это не важно, он мог работать вот 8 часов, 7 часов. И если не было проблем с руководством, в смысле я не руковожу 70 человеками, ну, вот, с непосредственным руководителем, то он получит свой бонус в любом случае. Это бонус зависит от успехов проекта такой, знаете, типа там сдан альфа, вышла игра получила 80% или там 70% плюс рейтингов. Мы в консолях, у нас там еще рейтинги есть всякие. Или там игра заработала миллиард. А, это записано заранее, это в контракте у них. Эта часть они им известна. Премии — это то, что сверх. Это когда руководитель непосредственно считает нужным сказать человеку, что он молодец. Ну, например, он придумал что-нибудь, что не было запланировано. Просто он придумал, это клево, его премируют. Это премия. А бонусная часть — это как бы это часть контракта. Каждый сотрудник знает, они, естественно, в бумажке записаны. Денежной мотивации не бывает. Вы неправильно говорите. Не бывает денежной мотивации. Человека нельзя мотивировать деньгами. Это нижний уровень пирамиды Маслоу. Это вот под угрозой биовыживания нечего жрать. Бонус — это не денежная мотивация. Вы спросили, я говорю, нет такой денежной мотивации. Человека никто, я говорю, я не мотивирую людей работать сверхурочно. Это я рассказываю рецепт успеха. Если вы хотите достичь жизненного успеха, я рекомендую работать больше. Это моя рекомендация общая. Вы все не работаете у меня в компании, поэтому она не относится к сотрудникам. Сотрудникам я тоже могу это сказать, естественно, это общая рекомендация. Но я как-то мотивация работать больше служит успех в конце. Успех творческий, успех денежный, успех какой угодно, но это понятие успех, а не понятие денег. И поэтому верхушка пирамиды Маслоу — это творческая самореализация, признание коллег и так далее. Вот если вы хотите достичь хорошего успеха, а признание коллег, оно как-то связано с успехом, то и творчески самореализоваться, то вот да, я рекомендую работать больше. А это и есть мотивация. А деньги — это деньги. Окей. Еще один вопрос. Вы говорили про то, что лучше делать вещи, которые можно сделать быстрее, во-первых. Во-вторых, те, которые нравятся. Не возникает ли такой ловушки, когда вообще-то в итоге не делаются вещи, которые действительно имеют смысл? Например, я люблю рисовать, но мне вообще-то нужно решить вопросы по бухгалтерии. Если я это не сделаю, у меня компания на следующий месяц останется без денег. Вам нужно рисовать при этом, чтобы компания осталась с деньгами? Мне нравится рисовать. Так, у меня был пункт. Делайте то, что быстрее, из того, что нужно сделать. Это было вот такое, прямо так записано. Если не нужно рисовать, не надо рисовать. Если вам нравится рисовать, а нужно не рисовать, то вы находитесь в том самом тупике, в котором вам надо себя поменять и научить любить. А нужно рисовать. Или наоборот, нужно рисовать. Тогда нужно рисовать, но это невысокий приоритет. То есть есть вещи, которые нравится делать, есть быстро делать. Вы знакомы с термином задача оптимизации, да? Да. Вот это она. Окей. Когда-нибудь вам станет не нужно уже рисовать, потому что уже люди зарплаты не получили, ну и вы находитесь вот в этом балансе. В идеале, если вам не нравится заниматься бухгалтерией совсем, то вам бы нужен бухгалтер. Хорошо, я к вам подойду потом. Okay? Спасибо. Все-таки вы каких-то вопросов не спрашиваете интимных совсем. Вам не интересно ничего? Я вот такое сделал обещание, аванс такой. I think we have time for one more question. Okay? А вот у вас была компания Shape Games. Вот у меня всегда интересовал вопрос, а почему это как бы отдельная компания? И почему вы ее продали? Продать. То есть изначально было создано, чтобы потом продать? Там есть нюансы всякие, связанные с учетом ассетов и денежными потоками. Такие финансов бухгалтерского характера. Но дело в том, что, как я уже говорил, я не могу быть... И никакой человек не может быть сфокусирован на всем. Компания G5 Entertainment в это время не делала casual игры, или только делала, я забыл. И она хотела очень этим заниматься. Они делали мобильные игры, и Влад мне рассказал, что мобильные игры — это круто. Мобильные игры — полный отстой, и это я про G2Me, в смысле, а не про самые. Но они хотели сделать casual, очень хотели. Влад очень энергичный человек и очень обаятельный, и он меня довольно, в смысле, я наоборот не хотел заниматься и тем и другим. Мы в этот момент открыли еще и консольное направление, и цифровую дистрибьюцию, и я хотел быть сосредоточенным на одном. Там уже был успех. Это были хитовые игры, налаженный процесс производства, и поэтому там не было необходимости в моем внимании, во всяком случае, я так считал. Я хотел отдать тому, кто Владу, в смысле, который внимание окажет, чтобы IP выстрелили. Кстати, могу вам сказать, не продавайте 51% компании никогда. Это то же самое, что 100, только дешевле. Thank you, Anton, for coming. Еще раз аплодисменты.